Я очень положительно оцениваю турецкий поток. Мне, я вообще газовик, всю жизнь работал в газовой отрасли. И, конечно, когда появляются такие проекты, меня это очень радует, потому что ну, задача турецкого потока какая? Вот что касается Турции. Турция потребляет порядка 40 миллиардов кубов газа в год. Из них 26 миллиардов получается из России. То есть 60%. Вот Европа получает зависимость от российского газа 32%, достигла 33%, а было 26%. И то Европа считает, что слишком большой объем поставок, слишком большая доля российского газа в европейском газовом энергобалансе. Так вот, в Турции зависимость 60% от российского газа. При этом 16 миллиардов кубов поставляется по газопроводу «Голубой поток», а 12 миллиардов транзитом через Украину, Болгарию на Турцию. Поэтому задача турецкого потока, первая нитка, это обеспечение прямых поставок газа в Турцию, минуя Украину, со всеми рисками транзита через Украину, и минуя Болгарию. И это очень хороший проект, он экономически выгодный, имеет срок окупаемости, потому что стоимость транзита, она ниже, чем через транзитные страны, и самое главное, безопасность, надежных поставок, перспективы увеличения нашей доли на турецком рынке. Все-таки турецкая экономика развивается. А что касается второй нитки, это газ, который потенциально может пойти в обеспечение наших европейских потребителей. Это газ, который может пойти по газопроводу ТАП, который строится, заполнить его, потому что газопровод должен работать. А также этот газ можно реверсом, уже теперь реверсом подавать. Если раньше газ 12 миллиардов кубов шло, допустим, через Болгарию на Турцию, то можно теперь из Турции на Болгарию в эти газопроводы реверсом подать газ. И таким образом, в случае невозможности транзита после 2019 года газа через Украину, ограничение, вы знаете, контракт у нас не подписан, не продлевается, и какие будут решения Третейского суда Стокгольмского, и к чему мы придем там, через год в отношении с Украиной, сейчас никто не может прогнозировать. Поэтому строительство к этому времени второй нитки газопровода «Турецкий поток» – это обеспечение в рамках заключенных контрактов с такими странами, как там Болгария, Румыния и другие страны Юго-Восточной и Центральной Европы, обеспечение по этой нитке реверсом через Турцию поставок газа для выполнения наших контрактных обязательств. А страны Юго-Восточной Европы, они очень зависимы от российского газа, потому что там других источников газа просто нет. Поэтому мы выполняем наши контрактные обязательства, ну и уже минуя Украину. Поэтому вот деньги за продажу «Турецкий поток», они носят вот такой очень стратегический характер, при этом с понятной экономикой, окупаемостью и так далее.